я в глаза ему глядел. Я не то, что был бы целым, я кого-нибудь терять. Я не то, что был в скуке, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревни, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Оставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый к угловатому плечу, почему благословению я по нему лечу? Счастлив тот, кто не ровно пальцы злы смещу костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее милосерднее и праведней она. Справедливее милосерднее и праведней она. Я вашу полочку перепёр, да? Чай.